Этот попадет в раздел жестокий теперь? Жди там, где тебе скажут. И не болтай лишнего. Жажду служить. Теперь нормально? А что тогда нет? Ну да, мне еще и за гусями охотиться. Он был здесь. Как же? Что это он? Что-то здесь. Тебя предупреждаю! Господин Гийом де Руссель любезно согласился на наши 40%. От безысходности. А священник? Он передумает. Ваш оптимизм заразителен. Мои люди подготовят груз. Подробности здесь. И чтоб без сюрпризов. Как всегда. И чтоб без сюрпризов, осел. Да что... Сюда! Убили! Вот каналии, не ходят в одиночку. Ну? Убивать надо, пока он не начал орать. Что мы тут делаем? Ведь Север еще жив. Он убил мсье де Лассера. Успеем. Север не главное. Пока что. Идем. А, ты их всех не обойдешь. Нужен... Что? Не раздавлю! Надо идти. Что? Эй, это мое! На помощь! Эй, чего боишься? Я всего лишь сотню таких кретинов прикончил. Кретин. Не отступай!
доброе дело, интересно. Бамер, наконец. Патриоты прицепятся к кому угодно. Смотри, чтоб не заметили. Мы должны им помешать. Помешать? Не попасться, все равно. Фанатиков меньше не станет. Всех не спасешь, щенок. Ты само дружелюбие. Рими нашел неподалеку тело месье Арпинона. Ему перерезали горло. Умри! Лишь бы только тебя удар не хватил. Осторожней, зашибешь кого-нибудь. Это ты бежишь? Это ты бежишь? Я сказал, давай все свои деньги. Быстро! Ты в своем уме? Я такого не потерплю. Это ты бежишь? Собаки, собаки! Да как так можно? Только нашли Севера, а теперь упустим, потому что имя где-то там. Арно, как жизнь? И что дальше? Покажем записи тамплиеров Мирабо, но он не станет ничего делать. Тамплиеры мертвы. Это не мы. Похоже, ты им недоволен. Это у них еще с 89-го. Политики все такие. Не жду солнца. Он считает себя миротворцем. Интересно нам это. Думает, прекратит войну братства с тамплиерами. Закончит революцию так, чтобы все были довольны. И кошек с собаками помирит. Это плохо? Это мечта безумца. Тамплиеры сейчас слабы как никогда. Но мы все еще гоняемся за мелкими контрабандистами. Потому что... Теперь таможня Франции может спать спокойно. Арпинон мертв. Шантажировать знатных пленников мелковато для него? Что задумали тамплиеры?
Если б не ваше проклятое перемирие, мы бы узнали. Он прав, Анаре. Мы заключали мир с магистром Деласером. Он мертв уже 2 года. Не знаю, кто возглавил орден, но не сидит сложа руки. Если б не упустили Севера, узнали бы больше. Там был Север? Я знаю, что вы хотите сохранить мир. Но если покарать убийцу месье Деласера, это нам зачтется, да? Да, пожалуй. Но твоя вендетта и серьезная стратегия — это разные вещи. Если хочет убивать тамплиеров, ради бога. Я научил его всему. Он готов. Хорошо. Ассасин. Ступай к собору Богоматери и отыщи там тамплиера Шарля Габриэля Севера. Выведай его тайны, а когда закончишь, упокой его душу, согласно нашим догмам. Как жизнь, друг мой? Thank you.
Что делать? Что делать? Ты уже больше не ученик. Изучай обстановку, думай своей головой. Я тебе не нянька. Любая цель достижима. Дороги! Живо! Где носят дюшино? Не видишь удобного случая? Создай. Ты проверил собор? Да, месье. Угу. Скажи Северу, я жду внутри. Возможность найдется. Только не зевай. Эй! А ну отдайте мои ключи! Боры! А если не получится, почему не пожертвовать собой ради цели, своей жизнью? Дальтаира? В Леванте так и делали. Открытый удар кинжалом, а потом быть зарубленным, да? Зато как драматично. Это не мой путь. Как сочтешь нужным, ассасин.
Спасибо. Храни тебя Бог. Странная манера делать экзерсис. Никого не пускай. Свер, висела тут. Я пришел к королю нищих. За мной. Как грызутся крысы. Вот глупец. Придушить бы его. Ну, зачем меня было тревожить? Я буду дочерью на... Что с вами? Слишком много шампанского? Себе! Уходи! Бейте по ногам, чтоб не плясал! Thank you.
О, нет! Дикан, ты видишь? Что там такое? Тут епископ. Серваг сканирует. Абстерго вас ищет? Они близко. Вот черт. Откроешь серверный мост? Могла бы и не спрашивать. Еще пару секунд. Посвященный, мы откроем серверный мост. Бегом к порталу, пока тебя не засекли. Есть, пошли. Видишь теперь? Их не пропустишь. Переход с сервера на сервер Хеликс даст тебе еще несколько часов. Если нет, у нас проблемы. Ну, не у нас. Проблемы будут только у посвященного. Дикан, ну не надо. Отлично, давай. Сигнал стабилен. Супер. Ты за пределами главной симуляции. Это на время запутает Абстерго, но ты можешь наткнуться на неполный или битый код. Может, поэтому люди здесь не совсем материальны? Вроде Париж, конец 19 века. Романтично. Но в другой раз. Сейчас тебе нужно побыстрее найти портал. Сквозного прохода не видно. Поищи путь под землей. Туда. Я нашла проход через станцию метро. Черт, сектор нестабилен. И нестабильно. Мы не знаем, как она влияет на симуляцию. Лезть на статую свободы. Она провалилась из другого периода. Французы уже должны были отправить ее в Штаты.
портал. Я попробую его придержать. До скорой встречи. Связь есть. Не всем везет после первого прохода через мост. Порой посвященные застревают в системе, и приходится отправлять кого-нибудь на помощь. Наш человек в ловушке на сервере прекрасной эпохи. Если ты не слишком устал, вернись на серверный мост и спаси его. Ладно, посвященный, за работу. Себе. Нас не Арно? В соборе Богоматери нашли тело. Кое-кто уже прозвал его грешником. Правосудие свершилось? Не совсем. Оказалось, у Севера в ту ночь был сообщник. Он и нанес удар. Это неприятное известие. Что ты узнал? Он был заодно с неким королем нищих. Королем нищих? Ты уверен? Вы знакомы? Слышал. Нищий платит ему дань. Но сам он призрак. Мы посылали за ним троих. Двое вернулись ни с чем. Третий просто исчез. Я справлюсь. Север знал его приспешника. Выясню правду ради памяти месье де Лассера. А может, и справишься. Сегодня ты доказал, что ты ассасин. Но у ассасина должно быть правильное оружие. То есть скрытого клинка и дымовых шашек теперь уже недостаточно? Призрачный клинок. Небольшое улучшение для привычного клинка ассасинов. На этом задании тебе не стоит близко подходить к врагам. Итак,
Ассасин, совет просит тебя отправиться во Двор Чудес. Найди там тамплиера короля нищих. Выведай все и упокой его душу. Как жизнь, гражданин? Oh!
Val va lui manger la cervelle. À l'odeur, il a abusé d'un peu. Ma parole. Comme ça brille. Quelqu'un peut-il me dire ce qui se passe? Ничего, это не худший пост. Я пару лет назад побывал в колониях, вот там мерзко. Главное, придерживайся. Юсов, куда пошел? Подручный короля нищего, Латуш. А я бы не стал. Смотрите. Славно, а? Добрые парижане больше подают калекам, чем здоровым. Сия немудреная истина дает королю нищих средства воздействовать на работников, приносящих недостаточно денег. Этот вот потерял ногу. Ты можешь броситься туда, поднять шум, и тогда все эти крысы шустро разбегутся по щелям. Или можешь исчезнуть, смешаться с толпой и проследить за ними до логова короля. Ногу ему все равно не вернешь.
Вот так. Сделайте ему в больнице прижигание и отправьте обратно на улицу. Давай, поднимайся. Благодарю за совет. Пока рано. Зачем вы мне помогаете? Кто вы такой? Я давно наблюдаю за вами, Арно. И считаю священным долгом помогать всем, кто, как и я, жестоко страдал в камерах Бастилии. Кроме того, я так давно мечтал увидеть падение короля нищих. Что до имени? Перед вами Донатьен Альфонс Франсуа, маркиз де Сад. Навестите меня, когда надоест гоняться за крысами. Такой след не упустишь. Удачи! По ночам уже холод нервит наверх. Тебе все равно? Я знаю, где дымоходы. Дымоходы? Его милость чувствую, когда поселился внизу. Все так же печати со здоровья обездоленных. Ты дождешься, распутник. Да-да, даже раньше, чем вы думаете. Envoyer à Bicêtre. Внутри его живо. Чую, тут что-то не так. Он мертв, месье. Так бросьте его в канаву и заходите сами. Я фатигу, рien qu'à le regarder.
Что это было? Довольно. Его тут нет. Что назначено страдальцем с той боли? Страшно, то я на пожаре, потеряв семью и рассудок. Ожоги? Ты мой! Спалив до тла полквартала. Пара капель кислоты и все. Обыватели не отличают. Назначено страдальцем шестой койки. Страшно, горел на пожаре, потеряв семью и рассудок. Ожоги? Вы знаете, как это трудно сделать, не спалив дотла полквартала? Пара капель кислоты и все. Обыватели не отличат. Скажи, где король нищих, и останешься жив. Катакомбы! В катакомбах под старой церковью! Латуш, какая изумительная стойкость. Что скажет твой хозяин? Боже, помоги! Thank you.
Проваливайте! Мне в день порой и денье не подают. Как тут угнаться за безногими, безрукими ветеранами? Полезно. Не забудешь, короче, и сам будешь вспоминать бои под Грюнбергом. Прочь, войноры! Тебе тут не пройти, болван! Болван докопался до стока. Скорее! Заплачь, проклятый мерзавец! Эй, вы за мной!
Господин! Я слышал от надежных людей, что здесь бродит ассасины, и что вы его мишень, господин. Похоже, червяк осмелел и стал змеей. Черт! Конечно, это должно было случиться, но что-то слишком рано. О, да, милорд. У ассасинов везде свои люди. Но теперь у нас есть преимущество, верно? Бери стражу и ищи этого ассасина. Пусть сдохнет. Но, господин, половина наших людей сейчас воюет с нищими. Досадно. Держать строй, не отступать! Теперь ясно, что стало с посланцем Бельги. Последний ученик Бельги принёс мне чудес. Надеюсь, у тебя есть что-то такое. Да, дьявол! Рад видеть тебя, ассасин. Все полагаетесь на свои дурацкие скрытые ножички? Теперь ясно, что стало с посланцем Бельги. Глаза повсюду, месье. Я предлагаю их знания вашему ордену. Что ценного может знать хозяин трущоб? Как грызутся крысы? Ступайте. Как грызутся крысы? Вот глупец. Придушить бы его. Мой господин был бы счастлив устроить это. Брат. Что с вами? Слишком много шампанского? Север, уходи! Кончено. Делосер мертв, великий магистр. Хорошо.
Вы вовремя. Я собираюсь взойти на трон. На трон? Пока стоит двор чудес, должен быть и король нищих. Место оказалось вакантно, и я занял его. Молниеносно. Тело еще не остыло. Ну, я начал действовать чуть загодя. Когда вы впервые появились во дворе чудес? Это было подло. Ваш враг мертв, так что все честно. Да, наследие у вас что надо. Заметили, да? Что ж, вы довольны? Мертвые это мужчины. Вы обрели покой и прочий вздор. Вздор, это точно. Каждый раз думаю, что я на шаг ближе к истине, но вижу лишь еще один слой грязи. Заговоры, интриги, напряжение нарастает. Немножечко скотоложества, распутный священник, и вот вам завязка чудного романа. Меня устроят сведения. Столь юн и уже столь серьезен. Что ж, удачи вам. Полагаю, это вы уже видели. Откуда он у вас? Принес один из моих верных подданных. Знак почтения, скажем так. Любопытная вещь. И, похоже, я знаю, какой мастер ее сделал. Таким оружием убили месье де Лассера. Полагаю, вы это уже знаете. Почему молчали? Понимаете ли, наша жизнь зиждется на любознательности. Представьте, что человек сразу узнает все, что его интересует. Он попросту разучится задавать вопросы. Или добьется многого, ведь невежество не тяготит его. В теории. Мастера зовут Франсуа Тома Жермен. Его ловчонка возле рынка. Благодарю. Удачи! Что ты зайдешь, милый Арно. Ты ведь любишь, когда торжествует справедливость и все прочее. Doit être moins fort que là-haut.
Эй, сюда! Или ни за что. Есть.
сняла кулон с его шеи. Нет, я хочу отнести его домой, вы не проводите меня. Кто-то убил Давида. Regardez ce qu'il a mis, il a mis.
deuxième couchée en un seul pli. Il me semble que j'ai... Où sont les gars? Un corps à l'aide! Quelqu'un! Quelqu'un par ici! Quelqu'un est mort! Спасибо, месье. Теперь у меня останется память о сыне. Мир его праху. Привет. У нас тут, похоже, произошел какой-то сбой. Минутку. Ты! Больше ни капли, пока не расплатишься по счету. Спокойно. Он со мной. Я думал, вам отрубили голову. И это благодарность за спасение. Ты получил мое послание? Да, но тогда вы поможете мне уехать.
Я оплачу тебе корабль от Марселя до Египта. Он идет через 4 дня. У вас есть догадки, где спрятан манускрипт? Кандерсе знал, что его разыскивают. Перед арестом он исчез на 2 дня и оставил вот эту записку. Манускрипт в склепе Людовика IX. Королевский склеп? Но лучше берегитесь, месье. В пещерах бродят призраки королей. Поймав свою несчастную жертву, они надевают на нее корону, сделанную из ножей, что пронзают глаза. И те вытекают, как спелый виноград после... Ну, корона Франции нынче еще страшнее. И о винограде. Займись делом. Да, месье. Найди склеп, на котором этот герб, и достань манускрипт. Встретимся через 3 дня. За тебя, Арно. С этим воспоминанием. У нас нет доступа к данным Хеликс. Заработала. Так. И куда же ведет эта ветка? Новая последовательность ДНК? Сейчас посмотрим. Королевский склеп должен быть под базиликой. Я тебе покажу, преступник! Не убью! Вернулся от нас. Людовик, где ты прячешься? Тут ничего. Ничего. Не здесь. Ничего. Тут ничего.
Тут ничего. Проще, чем... Где это? Черт. Дверь в храм где-то рядом. Вот карта. Нет тут ничего. Зачем тратить мое время на эту подделку? Этим вы задели мою честь. Ха, честь солдата. Не смешите меня. Можете разорвать свой контракт. Впрочем, и я могу. И это будет намного хуже. Простите, капитан. Я слышал, есть список изъятых из склепа реликвий. Могу их показать. Достойная замена храму. Мне нужно не это. Слушайте меня очень внимательно. Мы с вами хотим одного? Да. Чудно. Значит, договорились. Найдите храм, и, может быть, останетесь в живых. Был рад знакомству. Спасите! Что это было? Гражданин. Прочь от меня, духи! На помощь! Прочь от меня, дух! Веси! Что ж, покойся с миром. Тебе-то уже все равно, так ведь? Спасибо, месье. Карта. Список украденных реликвий Пуарье хранится в библиотеке аббатства. В нем должен быть манускрипт. Ага, тайный ход.
Ополчение. Я бы не своим делом. Так этот монах в том Порье записал все, что забрали из склепа. Он смотрел за работой и все отслеживал. Он умный. Ему платят служба охраны памятника. Мне плевать, кто ему платит. Мне нужен пиздец. Примерно когда Сен-Дени обозвали францианы, сюда хлынули охотники за сокровищами. Никак вернут порядок. Молись о новой власти. Не могу. Примерно когда сын. И как вернуть порядок? Смотри, не порань! Стой! Да, ты, гражданин! Они тут хватит. Ясно? Так, список Пуарье. Что тут? Манускрипт Кондорсе. Место — старый красный дом. И имя — Леон. Qu'il ne va pas voir ma femme. Thank you.
хочет удивить. Il va se faire mal. Я могу чем-то помочь? Что за место? Оно ведет в святилище. Это, конечно, не парадный вход в Сент-Шапель, зато наше. Раньше его использовали наши шпионы, но сейчас тут полная разруха. Вам помочь? Если узнаю что-то полезное, тут же сообщу. И вам стоит поговорить с управляющим. Этому зданию не помешает ремонт. У меня сейчас немного туго с деньгами. У вас есть доход от кафе, используйте его, как сочтете нужным. Деньги в сундучке, он стоит на столе в кабинете. А чем больше вложено в дело... Тем больше доход. Да. И, кстати говоря, для нас было бы весьма недурно охватить и другие кварталы города. Ясно. При работе над основным крылом за кухней нашли небольшую потайную комнату. Советую туда заглянуть. Предыдущий хозяин замуровал небольшую комнату. Мы нашли в ней кое-что интересное. Колодец-то был забыт. Хорошо, что он снова работает.
На чердаке нашли кое-что любопытное. Если хотите, можете подняться и взглянуть. Как поживаете, друг мой? Ну и видок. Уже много месяцев я воюю с братством, национальным собранием и королем. Политического чутья у них не больше, чем у недалеких крестьян из деревенского совета. Поэтому так и выгляжу, юноша. Не хотел обидеть, учитель. Просто волнуюсь. Да что я, Арно? Плачь о Франции. Хватит о политике. С какими-то вестями? Что с убийцами де Лассера? Король нищих мертв. При нем было это. Покойся с миром. Забери себе. Незачем такой вещи гнить в склепе. Носи его с честью. Спасибо. Буду. Что за дание? Король нищих и Север были лишь пешками в большой игре. Кто-то навел их на месье де Лассера. Тамплиеры все усложняют, да? И что тебе известно о загадочном гроссмейстере? Есть подсказка. Оружие, которым убили де Лассера. Булавка, работы ювелира Жермена. Но при чем тут он, я не знаю. Твоя задача ясна. Найди ювелира и выясни его роль.
Арно, привет. Thank you.
Сегодня мне послушать. D'accord. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Vous devriez être plus prudent. Vous pourriez. Non. Vous diriez que vous faites quelque chose. Combien m'en offrez-vous? 70 livres. C'est amusant. Однако странные дела тут творятся. Подонок! Стой! Да, ты, гражданин! Верни! Постой, гражданин!
Нет, не сбежишь, пес! Вот это да, это Штруб. Теперь ты мой. Быстрее не можешь? А что с тобой произошло? Да, это не к добру. Где же ты? Давай, вместе! Играть хочу. Давай-ка твоей башкой поиграю. Я тебя остановлю. Месье Жермен? Ювелир? Боже. Я провел тут вечность. Прошу, спасите. Сперва расскажите мне об этом. Потом. Расскажу, когда выберемся. А сейчас бежим. Пока нет стражи. Ладно, идем. Нет. Главный вход под наблюдением. Нам придется спуститься. Тогда за мной. Только тихо. Мин? Патарантист! Стой! Да, ты, гражданин! Мы тебя зарежем!
вперед! Да, конечно. Стойте там! Это что за... За мной! Да, конечно. Ждите. Ты заплатишь. За мной. Хорошо. Ждите. Эй, подождите! Ты как черепа? Да! Вперед! Да. Смотрите на крыши. Там обычно стоят часовые. Неужели вы такой важный заключенный? Давай без глупостей. Отпусти ювелира. А ну назад! Боже мой. Я убийца. Выхода не было. Идем. Вперед. Да, конечно. Спасибо вам. Вы меня очень выручили. Теперь вы меня выручите. Да-да. Я сделал несколько таких пару лет назад для некоего Лафреньера. Заказ был необычный, и я пошел на поводу у любопытства. Словом, я стал собирать сведения о Лафреньере и обнаружил... Как сказать? Он тамплиер. Вы об этом? Да. Я думаю, да. Я мало что понял. Увы, я был небрежен, и Лафреньер обо всем узнал. С тех пор я сидел под арестом. Делал для него оружие. Где его найти? Но Лафреньера очень непросто выследить. Недавно... Я подслушал, как он говорил о грузах на хлебном рынке. Звучало серьезно, но непонятно. Скажите, от чего такой интерес? Он убил близкого мне человека. Хочу знать, зачем. Вот как. Мне очень жаль. Они вернутся за вами. Затаитесь. Да, пожалуй.
вы! У палача я видел вас на марше! Телевантюрье! Люра! А вам кажется, вы не любите революцию, вы меня любите! С вами есть поскольку шум? C'est des hommes. Je ne me laisserai pas intimider.